Привет, друзья, с вами Алексей, канал Жор. Ну что, я сегодня на Чигиринке. Раз в году все-таки удалось мне выбраться на второй трубе, как это называется. Мишаня со мной тоже, он сидит на мостике там сзади. Поймал уже одного пескаря там или что. Приехали не утром, в обед. Я вот собираю второй фидер. Ну и сейчас начнем ловить. Так что, со мной. Ну все, я, вот это и надо. Чик, глянул. Попарация. Маленький ёршик попался. Так заглотил же на такую кормушку. Блестящик. Крутничок пошел. Всё, Мишаня 2-1. Вот ты не уколись, потом будет болеть. Такой монстр. Судак. Мини-судак. 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 Мишаня 3-2. Один и тот же судак клюет. Мы его выбрасываем, он назад вешается и опять туда. Да, тык-тык-тык-тык. Ну все, подсекай. Нет. Нету, но. Ну твоя больше нравится фигня. Порыбачив часа 4, мы поняли, что здесь клюют только ерши. Поймали штук 10, наверное, на удочку, прям под мостиком. Ну и на фидер я поймал, на один, на второй фидер по одному. Короче, поедем на мост, где ловят уклейку весь город там и окрестности. Покажу вам, что там вообще происходит, по слухам. И сами попробуем поймать уклейку еще, пока день еще не закончился. Так что наблюдаем дальше. Там как грибы. Ну, вон, я вижу, под деревом можно встать. Куда? Пошли прогуляемся троху, вон мостики. Я здесь никогда не был. Сколько народу. Какая глубина. Здесь и ветра такого нет сильного. Нам рыбка даже. Густерочка или подлещик? Окуняка, да? Но. Покажи, мужик. Красота. Да я, бля, не смотрел. Это тебе не ерши. Их так просто не взять. Плотвичка, красотка, слизненькая такая, окушочек такой, красавчик. Дворняжечка-то, ну, красава. You're trying to stay strong and fake.
fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Тяни, давай, тяни. Ой-ой-ой, кто там? Кто там? Ого, какая рыбина. Кто это? Не, тяжелая. Тяжелая? Да, надо под сачком. Очень тяжелая. Что это? Не знаю, братан, сам разбирайся. Вот она. Хорошенькая такая, поздравляю, Мишаня, класс. Хороший такой. О, на удочку нахуй. Густерина хорошенькая такая. Хороший какой, а? А вот и в нашу коллекцию попал господин Пискарь. Отменный живец. Отличная тараночка. О, даже весит, слышишь? Ну, так нормально не тяжелый, конечно. Ну, красота.
А если с утра приехали? Ну, вообще то было бы. Сюда сразу поехали. Места не было бы с утра. Разнорыбицы, и подлещики, и густерочки, и плотвички, и окуньки, и ёршики, и пескарики, и уклейка. Все есть. Красота. Чечевичи, чигиринка. Мелочь, но приятная. Клев классный, вообще не дает скучать. Все, друзья, вечереет уже. Хочется домой. Теплое место. Половили отлично, начали так себе, но закончили, конечно, круто, как всегда. И на удочку, и на фидер наловили рыбы. В общем, скучать не пришлось. Приезжайте, кто хочет, на чечевичи здесь. Много народу, но место вы найдете, если, конечно, не все сразу приедете. Ну, а вам спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Мишаня, покажи личко. Собираемся уже. Миш. Все.